Друзья, всем привет! Сегодня нашим карапузам исполнилось ровно 2 недельки, и сегодня я хочу всех щенков взвесить, сделать такой короткий ролик, для памяти, чтобы потом в будущем, запомнить, короче, сколько щенки весили в 2 недели. Вот они, карапузики, там трое кушают, этих вон разбросало, эти вон там вон в домике спрятались двое. Короче, все щенки жирненькие на вид, растут хорошо, вес набирают хорошо на вид. Сейчас будем взвешивать, посмотрим, сколько набрали с момента рождения, потому что я при рождении их всех тоже взвешивал. Да, еще, ребят, очень много комментариев пишут, что почем щенки там, продайте щенка, подарите щенка. Ребят, щенки все давно проданы, они все распределены еще до их рождения. Вообще на них запись велась еще даже до вязки, когда еще даже они в планах не были. Короче, поэтому все щенки уже проданы, забронированы. Поэтому, ребят, не пишите, пожалуйста, там продай, сколько стоит и так далее. Короче, давайте приступим. Так, давайте начнем вот с этого жирненького карапузика. Это у нас самый большой пацанчик. Почесушки делает эта мордаська. Давайте взвесим этого толстячка, самого толстенького. Давай, аккуратненько, молодец. Так, и мальчик с голубым ошейником весит 1600 грамм. Самый такой толстячок. Да ты же толстяк. Или кто ты? Ты толстяк? Или кто? Уснул на весах. Так, давай, убираем тебе. Следующий. Толстячок, иди. Так, давайте коричневого мальчика. Пока он тоже спит. Пока ничего не понимает, что происходит. Так, коричневый пацан. 1380 весит у нас. Коричневый мальчишка. Вот он в гнездышке. В гнездышке спит этот мальчишка. Так. Отлично. Полетели дальше. Так, давай зелененький мы тебя оторвем, потом покушаешь. Так уже нечестно, это ты читеришь. Сейчас много слишком весить будешь. Вот так. Так. Зелененький. Так, зелененький. 1470. Тихо. Вот он такой богатый тоже, зелененький красавец. Вот он тоже опять позевает. Давай аккуратно, аккуратненько. Молодец. Так. Черненький пацанчик. Давай, черныш. Пошли. Вот так. Молодец. Чикс. Так, черненький. 1330 грамм. Красавец наш черныш. Хорошо набрал вес. Был самый маленький в помете. Догнал коричневого. Скоро всех перегонит. Так, кто у нас тут дрыхнет? Розочка наша, девочка. Розочка наша красавица. Давай тебя повесь. Взвесим. Сколько ты у нас, наша красотулечка? О, 1600. Это как самый крупный кобель. Слушай, ты кабаниха будешь знатная, да? Жирненькая будешь. Розочка наша. Где Рожка? Так, желточек наш. Желточек, пошли. Пошли. Желточек пошла на весы. Опа. Так, желточек, смотрите, тоже 1600. Вот девки крупные у нас получились. Желточек, ты куда так растешь, а? Желточек. Крышавица моя. Давай, вот это. Это кто зевает, а? Вот так, пошли. Так, кто у нас остался? Голубенького вешали, зелененького взвешали. Краснушка, что ли, одна осталась? Краснушка, оторвись на секунду, мы тебя взвесим. Эх ты, вот это присосалась, пиявка. Чуть-чуть давай. Взвесим тебя прям по-быстренькому. И будешь дальше кушать. Ой, краснушка, малявочка. 1280. Да ты же мое солнышко. Ты же моя красавица. Ты самая маленькая будешь у нас, да? Самая компактная, красивая девочка. Принцесской будешь? Молодец. Молодец. Иди кушай, моя хорошечка.
Ну вот так вот, ребят, вес они набирают хорошо, не особо равномерно, конечно, потому что родились они все там в районе 500-600 грамм, все были рождены, не особо равномерно, конечно, но я думаю, что сейчас у них все наладится, друг друга все догонят и будут все такие хорошие, здоровенькие собачки. Кушают все хорошо, все активные. Смотрите на это, эту розочку, посмотрите, это 1600 грамм, это коровочка будет. Это смотрите, что за жирная, пузенькая такая, круглая. Это у кого лапочка такая маленькая? У кого лапочка? А это Лисунька наша красавица, девочка. Ой. Короче, все у них нормально. Купил коврик, короче, им на одеяло. Мне это надоело, эти одеяла менять туда-сюда. Короче, ковричек вот такой купил. Возможно, даже он в будку подойдет. Потому что будки у меня, по-моему... Я размер точно будок не помню, но, возможно, и в будку тоже потом подойдет. Точно уж не знаю. Но если не подойдет, на соломе тогда поспят. Да, лисундель? Красотундель моя. Ушаси, ушки у нее на макушке. Ребят, а также наша дорогая подписчица Лерочка, очень давняя, достаточно подписчица наша старенькая, ну точнее она молоденькая, но подписчица старенькая, прислала посылочку для наших малявочек уже. Здесь, по идее, должны быть игрушки для наших щенулек. Давайте откроем вместе с вами, посмотрим, что она нам там прислала. Старая подписчица, надеюсь, Лерочка не обидится. Лис, ты только нос несу, а то нос отрублю тебе, и все, и без носа будешь ходить. Тихо, тихо, Лис, аккуратненько. Давайте посмотрим, что Лерочка нам там прислала. Для наших маленьких толстячков. Ой, что тут интересненького такого. Так, это у нас... палочка. Блин, все по-английски как-то написано. Блин, что за палочка-то? Игрушка для собак. Ставь себе свойства настоящих деревянных палок и прочность синтетических материалов. Ну, короче, это несъедобное, наверное, да? Это просто грызалка такая. Так, мячичек, смотрите, какой классный. Слушайте, какие-то все это импортные игрушки. Все по-американски написано, по-английски точнее. Вот такой крепкий, хороший. Вот, еще один такой же. Вот, красота. Ой, смотрите, какие пончики. Смотрите, какие пончики классные. Вот они будут грызть мягкие, прям такие хорошие на зубочек. Прям вот им зубки точить в самый раз будет. И вкусняшки, сухой корм для собак. Лерочка, спасибо тебе огромное. Я думаю, когда детишки эти подрастут, они будут очень рады. Я им обязательно скажу, когда они будут соображать, обязательно скажу, что это от тебя. Спасибо огромное, Лерочка. Смотрите, куда залезла. Смотрите, куда на Лисуньку залезла и дрыхнет. Лапки свесила. Эй, эй, бандитка, ты чего? Бандитка ты? Эй, бандитка. 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 Залезла и лапки свесила. Ну, черная шу рядышком тут. У Лисуньки тоже лежит, дрыхнет. Красавец, красавец. Красавец. Чего ты скулишь, эй? Блин, какие же они все классные пузатики. Смотрите, какой пузяка. Пузяка. Пузяка, он жрет, вон. Жрет, нажирается, пузо уже вон скоро лопнет, а он все жрет. Тут спит толстячок. Ребят, очень классные щенки, прям мне очень нравится этот помет тоже. Прям очень классные, красивые, головастые, все красавчики пузатые. Так, что у тебя ошейник засрался, а? Опять кто-то тебя накакал на ошейник? Лисуня моя девочка. Молодец, молодец. Все, ребят, давайте на этом ролик будем завершать. Чисто взвешивание, это мне так для себя на память. Все, давайте, всем спасибо за просмотр. Лерочке спасибо за посылочку. Всем пока.